Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий вечір. Сьогодні у Гомелі відкрили перший у Білорусі інтерактивний припиночний павільйон. Проєктировщики запевнюють, аналогів нема ні у СНД, ні у Європі. Настасія Кучинська уважливо розгляділа інноваційну розпрацовку. Гэты прыпыначный павильон узорные памеры абирали, заходящие с пассажира потоку. Должиня 8 метров, ширина 2,5. Специальное обсталяванне дозволяет сделать платежи, выбрать оптимальный режим руху и навод подключиться до интернета. У Гомель гэты цуд техники трапил тому, что мясцовые улады полтора года тому поверили у компанию проектировщика. На одном из экономичных форумов убачили проекты, які тады існаваў только виртуально. Потрымали идею, оказали супроводжение, и вось новация упрыгожила центр города. Мы посмотрим, как это будет в эксплуатации, какая будет цена вопроса в дальнейшем обслуживать весь этот комплекс. Потому что мы видим, он на сегодняшний день, ну, скажем так, где-то на шага, где-то и на два шага впереди того, что мы сегодня имеем на улицах. Поэтому я думаю, что мы над этой концепцией будем работать в дальнейшем. Павильон, обсталяванный системами видеоназирания и аудиооповещения, зручной лавкой с подогревом. Есть светло-диодный бягучий радок и система для экстренной сувязи. Размещены так само три мониторы у антивандальном выконании. Первый мае сенсорные экраны, дозволяя вызначить оптимальный маршрут. Другий выводит информацию об часе наближения громадского транспорта. Третий призначены для трансляции рекламных роликов. Объект самостоятельно вырабляя электроэнергию, дякуючи сонячным батареям. Это робить его полностью автономным и экологичным. Мы попытались в данном простом, на первый взгляд, остановочном пункте скомбинировать практически все самые нужные, самые важные элементы, которые нужны сегодня в повседневной жизни. Это безопасность, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, это системы мультимедиа, это табло сегодня, мне кажется, это важно, это ярко преподнести правильно и интересную информацию. Авторы проекта кажут, что интерактивный припыночный павильон закликан сделать жизнь горожан более комфортным, повысить безопасность и информованность. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня Гомель заводит сожский карагод. В 20 годин на центральном стадионе отбудется урочистое открытие 8-го международного хореографичного фестиваля. Организаторы обещают фееричное шоу с участными гуковыми, световыми и лазерными эффектами. Тем часом конкурсная программа сожского карагоду началась еще с раницы. У городском центре культуры прошли конкурсы народно-сценичного, фольклорно-бытового, эстрадного и сучасного танцев. Какие костюмы? Какая музыка, какое качество исполнения, какое качество постановок. Это все можно объективно обсудить и объективно оценить. За каждое из разделов параметров выставляется определенная оценка. Она суммируется, а потом суммируется наша общая оценка. Сегодняшний фестиваль самый масштабный за всю историю его проведения. Удел принимают танцоры из 22 стран Европы, Азии и Полночной Америки. Упершиню приехали коллективы из Индии и Шри-Ланки. В рамках форума пройдут международный турнир по спортивных и бальных танцах на Кубок Гомеля «Золотая рысь», а так само мероприемство из нагоды Дня города Гомеля. Узнагороджение переможцев и удельников, а так само галоконцерт, присвеченные закрытию сожского карагода, отбудутся 18 вересня. Суботняя телефонная линия мясцовых органов улады протягивает свою работу. Завтра жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до первого наместника старшини облвыканкама Александра Викторовича Миколуцкого. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеле 75 12 37 с 9 годин раницы до 12. У этот час на пытание гомельчан откажет наместник старшини Гомельского гарвыканкама Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. У неделю 18 вересня свое профессийное свято означают работники лесной господарки. Гэты год для Галины знаковы. Исполнилось 80 годов с дня створения органа керования лесной господаркой Беларуси. С этой нагоды супрацовникам и ветеранам областного лесогосподарчего объединения сегодня вручили гоноровые знаки. Лесную господарку региона зараз представляют 21 лесгас и больше як 7 тысяч супрацовников. Агульная площадь лесных массивов больше як 2 миллиона
мільёны гектараў. І гэта першае месца ў краіне. Дарэчы, па выкананні вытворчых паказчыкаў, у прыватнасці па выніках прамысловай дзейнасці, рэгіянальныя аб'яднання ў лідарах, рэалізуюцца інвестыцыйныя праекты, укладваюцца сродкі ў абнаўленне абсталявання. Новы напрамак у работе стварэння селекцыйна-насенняводчага цэнтра, якое вядзецца на базе рэшыцкага лясгаса. У аснове сённяшніх поспехаў самаданная праца многіх пакаленняў лесаводаў. У той час, калі сённяшнія ветэраны пачыналі свой працоўны шлях, у іх арсенале былі толькі пілы. Але нягледзячы на ўсе складанасці, руплівыя гаспадары захавалі і прымножылі бясцэнны нацыянальны скарб. Когда я начал работать в 1957 году, еще шел процесс восстановления лесов после Великой Отечественной войны. После немцев остались очень большие вырубки, которые нужно было посадить и потом ухаживать за этим молодым лесом. Вот, значит, поэтому все силы были сконцентрированы на этом. Техники особой, технологий тогда не было, поэтому приходилось и днем, и ночью решать вопросы, связанные с восстановлением леса, охраной, защитой. Дарэчы, магчымасць унесці свой уклад у справу захавання лясоў зараз ёсць у кожнага. У краіне праходзяць акцыі пад назвай «Аднавім лясы разам». Напярэдадні да яе далучыліся жыхары Мазырскага района. Добраахвотнікі працавалі на участках буралому, якія ўтварыліся падчас летніх ураганаў. Падрабязнасці ў сюжэце тэлеканала «Мазыр». 12 ліпеня Романаўскае лясніцтва за некалькі десяткаў хвілін страціла 400 гектараў лясных насаджэнняў. Стыхія, якая пранеслася над лесам, вырывала дрэвы з каранямі. Каб ліквідаваць наступствы разгулу стыхіі, на дапамогу мазыранам прыйшлі 5 суседніх лесагаспадарак. Працуюць з раніцы і да вечара. Около 400 гектар по Романаўскаму лясніцтву. Значит, в кубах это около 180 тысяч кубометров. Заготовлено уже порядка 43 тысячи кубометров, значит, 100-145 тысяч планируем до 1 ноября убрать. Сегодня лесная территория потерпела от стихии под особливым контролем. Уезд у массив заборонены, выставлены в блокпосты. Мета – оборонить лес от мародеров. Некоторые предпринимательные громадяне спробовали вывозить драунину. А кроме того, и зараз еще многие древы представляют реальную погрозу безопасности людей. Здесь установлен пост охраны, где ведется круглосуточное отслеживание движения легковой и грузовой техники. На распрацаваных и очищенных лесосеках нарезали разоры, и лясгас запросил до узелу у акции «Аднавім лясы разам». Отвукнулись многие. У Романовское лесництво приехал целый автобус лесного десанту. Самый лучший отдых – это смена вида деятельности. Из любой ситуации надо искать выход. Случилось – случилось. Главное, что не было жертв. А то, что упало, его надо вовремя поднять, реализовать, продать. Ну и вовремя посадить, чтобы не терять время, чтобы лес новый рос. Гэтым маленечкім соснам усяго некалькі гадоў. У большасці з іх карнёвая сістэма ўжо накіравалася ўглыб. Каб яны сталі высокімі і стройнымі, прыпасацца корань абавязкова выпростваюць у зямлі. З правіламі працы ляснікі знаёмілі ўсіх, хто ўпершыню прыняў удзел у акцыі. Такіх аказалася няшмат. Усяго на працягу дня была высаджана каля 10 тысяч дрэваў. Святлана Грудзько, Вячаслаў Прапіснаў, Олег Фіцнер, тэлеканал «Мазыр», спецыяльна для тэлерадыёкампаніі «Гомель». Отправиться у подороже на литературном дилижансе гамельчан запросила областная универсальная библиотека имя Ленина. У незвычайной вандроуцы по краинах, часах и творах гостей сопровождали любимые литературные герои, живая музыка и незабывные эмоции. Усё гэта «Библіяноч 2016». Подробязности у наступным сюжете. Спыниться на какой-нибудь одной станции на шляху следования литературного дилижанса, напевно, немагчимо. У программе подорожжа незвычайные выставы, сустречи, знакомства. Гостям библионочи пропоновали отпочить у славянским литературным трактиры и попробовать стравы из литературных творов, поудельничать у майстер-классах або своими руками зарабить ляльку-оберег. Планировали сделать мастер-класс по трем куклам. Это «Роженька» или «Богатка», «Пеленашки» и «Десятиручница». Но меня так увлек сам процесс изготовления этих кукол, что я решила сделать незапланированную куклу, вот такую вот домовушечку, маленькую, такую вот хорошую домовушечку, в которой спрятана монетка на благополучие. И вот эта вот куколка поможет женщине приобрести достаток, успех и покой в доме.
Для аматоров интеллектуальных гульнев – литературное казино, музейные экспозиции народных письменников Беларуси для прихильников их творчести, музыка и спевы у литературно-музычном салоне для аматоров кинематографа. Особное место на Библионочи заняла фотовыстава портретов «Книжные люди», где у незвыклым амплуа выступили сами супрацовники библиотеки. Вот этот наш проект, который мы открыли накануне, тоже посвятили ему нашему профессиональному празднику. Это наши сотрудники библиотеки, снятые в интерьерах библиотеки. Обязательно с книгой и воплощение какого-то литературного персонажа. То есть таким проектом мы хотели подчеркнуть одухотворенность сотрудников библиотеки и их творческую составляющую. Настроение потрясающее, успел посмотреть, уже обходить все. Сейчас остановился на джазовом коллективе, просто безумно люблю джаз. Потрясающе, атмосферу создали, вот акустика шикарная. И библиотека, ну, сделала такое грандиозное какое-то прям открытие для людей, которые не часто ее посещают. Просто со всех сторон себя можно показать, это потрясающе. Сёлета Библіяночы у Гомельской областной универсальной библиотеке имя Ленина прошла в четвертый раз. Колькость гостей никто не подличивал. Такой мэты супрацовники не ставят. Гэта своего роду ночь открытых дверей, а тому больше важно продемонстрировать читачам магчимости культурно-осветницкой установы. Сучасная библиотека – гэта не только место, где заховываются книги, а и центр культурного развития человека. Я уже не первый год хожу на праздники. Очень нравится литературная гостиная, стихи читают. Вот впервые нас покормили за то, что мы знаем. Наталья Игнатенко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля узнагородили пераможцев областного конкурса «Беспечное дзяцінства». Удзел у им приняли установы дошкольной адукации. Кто лепш за усіх ведая правилы бяспекі, даведалася Катярына Сапельнікава. Не гуляйте, дети, с запалками. Правила, якое добра ведаюць нават самые маленькие. А вы что робить у экстренных ситуациях, як зберегчы сябе от небяспецы, гэта пытанне, якія малым трэба тлумачыць у гульнявой форме. Для удзелу у конкурсе «Бяспечнае дзяцінства» дети разом с выхователями стваралі гульні, уладковалі куткі бяспекі и вучылі самые важные правилы. Усяго у дзіцячых садах было створана каля 40 гульняў для дашкольнікаў. Вынікі работы, пазлы, лато представили у номинации «Дидактычная гульня». Пераможцам у ёй признаны Хойніцкі центр развития дитяти. У номинации «Куток безопеки» выиграл Речицкий яслисад номер 18. А у разделе «Вусна мини-мауля» перемог 18-й яслисад Гомеля. В следующем году, в 2017-м, планируется республиканский уровень этого конкурса. Поэтому я думаю, что Гомельская область уже достойно представит свои материалы и свои как бы, возможности. Абсолютным переможцем стал первый яслисад города Ельска. Там для занятков по безопеке для детей отвели особный покой. Тут детям не только у теории, але и у гульнявой практики тлум машать правила поводинов. Вы можете видеть поделки детей, те занятия, которые проводятся с ними на местах, в детских дошкольных учреждениях, ну и, соответственно, что им преподается. Ну и этот результат, он, конечно же, возымеет себя, когда дети вырастут, придут во взрослую жизнь, и наша жизнь станет безопаснее. Катерина Сапельникова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Вуличный спорт у массы. На набережной раки Сош у районе веслярной базы сегодня открыли пляцовку с тренажерами. Массовый спорт у апошние годы со спортзала перемещается на улице. Аматоров пробежек, велосипедных прогулок и занятков на турниках становится все больше. Это не только корыстно, но и модно. Поступово развивается и инфраструктура. Год тому на центральном пляже открыли специализованную пляцовку для занятков воркаутом. И вот литерально насупрать появился еще один спортзал под открытым небом. Тренажеров 6, набыла их приватная компания. Спортивные снаряды позволяют выполнять практикование мать для всех групп мышц и подойдут для всех, независимо от возраста и уровня подрыхтовки. Если люди совершают пробежку, совсем не лишним будет здесь дополнительно совершить несколько подходов на определенных из этих тренажеров. Мне некоторые очень понравились, особенно вот, который стоит здесь на спину. Не можно за счет собственного тела постановки ног регулировать нагрузку. Город будет у нас приобретать все больше вот таких вот спортивных элементов, если мы будем все вместе в этом заинтересованы. Не только государственные органы, но еще и жители, частный бизнес, предприятия, организации, спонсоры, меценаты и все остальные. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да наступных сустрэч у эфіры.